Здравствуйте, дамы и господа. Мы вновь встречаемся с вами в нашей студии Первого образовательного канала. С вами я, писатель Александр Владимиров. И мы продолжаем цикл передач, посвященных одной из наиболее сложных и интересных тем нашей истории. Это тема смены общественно-экономической формации. В прошлый раз мы с вами говорили о причинах, именно о глубинных причинах смены системы общественно-экономических отношений, о том, что на каком-то определенном отрезке времени господствующий в России административно-элитарный класс решил стать из фактического собственника средств производства, которым он, по сути дела, являлся, поскольку определял цены, определял характер производства, определял уровень оплаты труда работников, ну и производил все другие функции, которые свойственны собственнику средств производства. Но, тем не менее, он не имел права открыто извлекать из экономики сверхприбыль, открыто передавать собственность по наследству. И вот на каком-то этапе представители административно-элитарного класса и решили, что пора бы провести в стране серьезные изменения, пора бы официально поменять название собственности, сделать ее частной и приватизировать. Мы говорили о том, какие этапы пережила наша страна при переходе от одной общественно-экономической формации к другой. Говорили о периоде Андропова, Горбачева, о реформах Гайдара и последующих событиях 90-х годов, когда в стране начала складываться новая общественно-экономическая система. Стали говорить и о культурных, о духовных факторах, которые помогали установлению вот этой новой системы, потому что, ну, мало сделать это только экономически, но нужно и в сознании людей вбить необходимость вот этих так называемых перемен, которые якобы приведут к лучшей жизни. То есть все это у нас с вами было, мы об этом говорили, ну, а я думаю, что многие из вас пережили все это на собственной шкуре. И далее мы с вами подняли еще один любопытный вопрос. Я высказал предположение, оно может показаться спорным кому-то, но я думаю, что его надо развить. И уже в следующих передачах мы пригласим экспертов, которые либо подтвердят, либо, может, в чем-то опровергнут мои предположения. А мое предположение заключается в следующем, что Россия сама по себе – это страна все-таки с европейским менталитетом. Но когда начинают общество искусственно менять менталитет, а такое с нами было в течение, к сожалению, столетий, то ничего хорошего из этого не происходит. Мы ни туда, ни туда, что называется. Мы можем не уйти ни в одну сторону, ни вернуться в другую. Мы как бы сидим между двух стульев. А сидеть между двух стульев – это очень опасно, как вы сами понимаете. И мы прошли этот период, но мы его с другой стороны не прошли. Мы все время топчемся на месте. Ну вот обратите внимание, во многих странах бывшего социалистического лагеря произошли серьезные изменения. Да, им было очень тяжело. Да, они промучились, не знаю, там 20 лет, ну кто-то чуть меньше. Ну, скажем, Чехия, она там была более развитая страна, для нее мучения эти были все-таки более такой, более небольшой, более маленький период. Ну, они не стали какими-то экономическими монстрами, они не стали передовыми странами Европы, такими как Франция или Германия.
но они все-таки прошли этот период. И та же Чехия довольно благополучная сейчас страна. Да, со своими проблемами, да, со своими сложностями. Но вот у нас почему-то не получается. И вот моя концепция, которую я предложил, как мне представляется, она, может быть, хоть частично даст ответ на этот вопрос. Потому что мы можем ругать сейчас кого угодно. Можем ругать Горбачева, Ельцина, Гайдара, всех можем ругать. Но извините, ведь прошло уже почти 20 лет с того периода, когда тот же Гайдар начал реформы. За это время должно очень многое поменяться. А у нас? Поменялось ли у нас действительно что-нибудь? Ну вот сейчас мы подходим уже практически к дню сегодняшнему. 90-е годы закончились. В стране сказать, что был хаос, как у нас пытаются доказать некоторые теоретики, некоторые специалисты, ну, вы знаете, это, хаос – это очень относительное понятие. Вы знаете, что если все время загребать налево, то попадаешь направо. Поэтому в истории, мировой истории, было очень много случаев, когда вот такие так называемые анархии сменялись жесткими режимами. Ну, в принципе, это аксиома. Анархию сменяет жесткая диктатура, даже не только авторитаризм, но и тоталитаризм. То есть тоталитаризм отличается от авторитаризма тем, что при тоталитарной системе фактически любые оппозиции, любое свободомыслие, оно просто исключается. Но, опять же, мировая история учит и другому, что, как правило, тоталитарные системы, они очень часто сменяются анархией. Ну, диктатор может держать людей в страхе, там, невежестве, но все равно когда-нибудь это заканчивается. Либо народ очень жестко реагирует, тогда кровь на улице, либо начинаются какие-то реформы, которые волей-неволей приводят к слишком большой свободе. Вот это парадокс мировой истории, который, даже закон где-то мировой истории, который, к сожалению, все время действует. Меняются объекты исследований, меняются страны, меняется ситуация, меняются формации, меняется время, но все это повторяется. Ну, даже если мы возьмем нашу русскую историю, то, в принципе, 20 век возьмите, все было практически то же самое. Сначала февральская революция, двоевластие, полная анархия. А эта полная анархия довольно быстро сменилась жесткой тоталитарной системой. Причем тоталитарная система возникла уже где-то в 18-19 году. Ну, тогда говорили, гражданская война, без нее никак нельзя, вроде бы все. Там начало 20-х годов, там какое-то послабление, а потом опять жесткая диктатура. Ну, примерно то же самое говорят и про нашу новейшую историю. Значит, анархия 90-х годов сменилась, ну, довольно жесткой системой сегодняшнего дня. Но здесь вроде бы все правильно, но, знаете, как в одной знаменитой фразе сказано, одна знаменитая фраза говорит, а был ли мальчик? Так, а была ли, например, в нашей стране действительно реальная вот такая анархия или слишком большая демократия? Ну, если опять же взять начало 20-х годов, мы сделаем маленький экскурс в историю, то надо сказать, что никакой демократической системы тогда не было в России. Тогда была жесткая тоталитарная власть одной структуры, в данный момент большевистской партии. Да, там вроде бы были какие-то независимые там, кружки, независимые направления в искусстве. Да, еще оставались отзвуки там, Серебряного века. Но все эти вот такие начинания, все эти споры, они не касались главного. Не касались проблемы власти. Власть большевиков являлась
непререкаемой, должна, по крайней мере, была в сознании оставаться людей непререкаемой. Запрещались любые идеи, которые были направлены на восстановление монархии, на развитие православной мысли. Все это сразу исключалось. Ну а так, спорьте, предлагайте свои элементы авангардного искусства. Ну, они же ведь, так сказать, не влияют ни на что. Ну, а все-таки в нашей новой истории, что было? 90-е годы. И опять мы задаемся вопросом, а был ли мальчик? А была ли у нас реальная, что ли, демократия в классическом смысле, о котором мы говорим? И уж тем более, была ли так называемая анархия в обществе? Вы знаете, ответ на этот вопрос очень сложен и неоднозначен. Но, не ответив на этот вопрос, мы не сможем ответить и на другой вопрос. Каким образом мы перешли вот к этой новой системе отношений, которая сейчас у нас? И является ли она новой системой по сравнению с 90-ми годами? Значит, давайте посмотрим. 90-е годы. С одной стороны, в обществе бушует стихия. Происходит несколько столкновений, самые крупные из которых – это 93-й год, небезызвестный вам. Ну а что после 93-го года? После 93-го года вроде бы опять мы видим и колоссальное количество партий. У меня один знакомый говорит, вот я прихожу на выборы, вот я вспоминаю этот период, у меня аж там 29, что ли, партий он насчитал. Голосуй за кого хочешь, да? Вроде все, так сказать, прекрасно, все хорошо. Но насколько влиятельны вот эти маленькие партии? Насколько влиятельны эти структуры? И вот если мы начнем внимательно рассматривать и анализировать эти процессы, то увидим такую вещь, что реального-то влияния на жизнь страны они не оказывают. Наоборот, возникло несколько таких мощных кланов, которые определяют все. И попробуйте реально помешать этим кланам. Ну, вот сейчас очень много говорится о событиях, например, 96-го года, о выборах президента. Ну, вы знаете, одни говорят, что была подтасовка, другие говорят, что ее не было. Ну, я не могу что-то утверждать. Чтобы что-то утверждать, это нужно знать. Я не знаю, ответа у меня нет на этот вопрос. Но я хочу задать другой вопрос. Вся государственная система пропаганды, она работала только на одного кандидата. Но извините, этого нет нигде, ни в одной цивилизованной стране. Поэтому мы говорим, что уже тогда кланы, они где-то даже объединились, хотя между собой у них и были противоречия, они как бы задавили любую нормальную оппозицию, которая могла у нас быть в стране. А система развивалась, но все равно в обществе накапливались негативные тенденции, накапливались противоречия между регионами, особенно после дефолта 98 года. И в этот период неизбежно встала проблема консолидации всех кланов, которые руководят у нас в различных сферах нашей жизни, вот, и создание мощной такой централизованной системы управления. Ну, естественно, не все вроде бы с этим были согласны, и мы знаем события где-то 99-го года, когда возник конфликт между так называемой семьей,
ельцинской семьей, и группировкой Лужкова, Лужкова-Примакова. Ну, неизвестно, как тогда бы развернулась ситуация, если бы группе Лужкова-Примакова примкнули бы еще коммунисты, но у них не состоялась альянса, и в итоге эта группировка потерпела поражение. То есть я не говорю, что она ушла полностью с политической арены, конечно, нет, это смешно. Она и в начале тысячелетия, 21-го тысячелетия, она владела колоссальными средствами, колоссальными богатствами, но она уже как бы была подчинена другой группировке, все равно. С другой стороны, необходимость централизованной системы управления, она определялась и ситуацией, которая возникла у нас в стране. Ведь надо признать, что в 90-е годы все равно еще сохранялась опасность распада страны, раздела на удельные княжества. Сепаратисты везде подняли головы. С другой стороны, была практически очень сильно подточена система управления как такового, система экономического управления и система политического управления, что, естественно, в условиях любой страны крайне опасно. Поэтому требовались новые методы, новые формы, которые, с одной стороны, должны были укрепить систему централизованного управления. И я считаю, что то, что произошло у нас в начале тысячелетия, с одной стороны, имело действительно позитивный момент. То есть система управления, жесткая вертикаль власти, ну, относительно, конечно, жесткая для того периода времени, она была создана. Опасность распада страны вроде бы преодолена. Я подчеркиваю, вроде бы. Потому что никогда нельзя исключать ничего. Ситуация может развернуться как угодно. Но, по крайней мере, вроде бы люди вздохнули с облегчением. Да, вот этот момент решен. Второй момент. Вроде бы начали устанавливаться реальные хозяйственные связи между регионами. Об этом тоже надо сказать. Это тоже был большой позитивный момент. Но возник и следующий момент. Нужно движение вперед. Движение по восходящей линии. А что для этого нужно? Для этого нужны серьезные экономические реформы, которые бы поддерживали новую Россию как государство, Россию, с которой вроде бы стали считаться уже на мировой арене. Ну, по крайней мере, я вам могу сказать, что такого вот безобразия, то, что было с бомбежками Югославии, такого уже, не знаю, вряд ли случилось бы, потому что, ну, можно сказать, что вот да, была, или, точнее говоря, вот есть сегодня Ливия, но все-таки Ливия это очень далеко от нас. Югославию, я не думаю, что если бы Россия была бы жестко против, решился бы кто-то бомбить, я не думаю. Но опять же говорю, вот этот момент, позитивный момент, он должен был подкрепляться экономическими реформами. Ведь понимаете, какая ситуация? Мы говорим, великая страна. Вот часто любят говорить, вот при Сталине была великая страна. Да, она была великая, она была могучая с точки зрения силы на международной арене. Но можно ли сказать, что страна великая, если народ живет очень плохо, если элементарное чувство свободы самовыражения у него отсутствует? Это спорный вопрос, согласитесь. Поэтому мы можем сказать, что если взять политическую область, которая является очень важным фактором развития
экономической системы, то после вот такой установления такой жесткой вертикали власти, относительно жесткой вертикали, требовался второй шаг – создание мощных политических сил, реальных политических сил, которые бы предлагали свои интересные, делали свои интересные предложения, предлагали бы свои интересные варианты решения той или иной проблемы. Ведь если в обществе возникает одна сила, это уже монополизм. Монополизм, как известно, ни к чему хорошему не привел и не приводил. И я хочу только привести здесь слова Дмитрия Анатольевича Медведева, который сказал, что если господствует только одна сила, то она бронзовеет, а оппозиционные партии, они маргинализируются. Ну, согласитесь, что отчасти мы видим эту ситуацию у нас. Чтобы понять, что такое господство вообще в обществе одной мощной такой структуры, которой подчинено все, я приведу только один пример. Из, как ни странно, из спорта я приведу пример. В конце 70-х годов на базе хоккейной команды ЦСКА был создан суперклуб. До этого хоккей был самый популярный вид спорта, который был популярнее всех, наверное, видов спорта вместе в нашей стране. За 3-4 года у людей полностью упал интерес к хоккею, потому что начали говорить, ну а что, если побеждает только одна команда? Вот было бы очень плохо, если бы у нас народ потерял полный интерес именно вот к политической жизни общества. Мало того, политическое доминирование одной силы, оно приводит к моментам безнаказанности, что тоже очень и очень плохо. И опять же говорю, в обществе должна быть мощная конкуренция. И каждая политическая сила, каждая структура, за которой стоят свои какие-то экономические крупные группировки, она должна предлагать свои программы. Так что я думаю, что вот укрепление власти в России, политической власти России, в России, оно должно привести именно к тому, вот следующий шаг, он необходимо его сделать, что в обществе появится несколько мощных конкурирующих центров между собой, несколько мощных политических сил. Но это одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы. Можно ли говорить, что у нас действительно произошла новая система управления, возникла в экономической сфере? Вы знаете, и да, и нет. Например, я могу сказать вот по системе образования, с которой которая имеет некоторые отношения. Мы можем говорить об излишнем количестве инструкций со стороны государственных структур. И вузы сейчас находятся в очень сложном положении, потому что в реальной ситуации нужно идти совершенно по другому пути. Нужно пути увеличения автономии вузов, любого вуза, чтобы вуз сам мог определять и свои программы, и определять вплоть до того, что определять свою идеологию обучения. Но ведь этого же нет. Наоборот, начинают навязывать единые стандарты, которые не всегда приемлемы. Мало того, мы знаем, что в любой стране, цивилизованной стране, и, кстати, в России, еще дореволюционной России так было, что каждый вуз предлагал какую-то свою концепцию, свою идеологию, и каждый человек в рамках своих интересов шел в тот или иной вуз, изучал ту или иную идеологию, неважно, там, будь то это марксизм, либерализм или крайне правое течение.
То же самое и в экономической области. Понимаете, какая ситуация? Мне представляется, что мы сейчас потихоньку возрождаем советскую систему управления. Советскую систему времен там, 70-х годов. Жесткое подчинение, жесткая система такая соподчинения, когда министерство фактически определяет все для предприятий. Да, мы можем говорить о том, что сейчас возникает частный бизнес, который решает какие-то свои проблемы. Но, извините, частный бизнес у нас подчинен и политически, и экономически высшим структурам общества. То есть независимость бизнеса, о которой так много говорили, она у нас начинает носить чисто фиктивный характер, что через некоторое время также может очень негативно отразиться на экономике страны. Далее. Мы говорим о создании новой системы управления. Ну вот мы показали, в каком направлении она идет. Направлении, с одной стороны, вроде бы ужесточения зависимости от центральных органов, всех местных структур, всех экономических структур. Но с другой стороны, хорошо, вы поставьте их в зависимость, но дайте возможность структурам реализовывать какие-то свои проекты. Дайте возможность этим структурам творить. Дайте возможность этим структурам свободно определять собственное развитие. Мало того, определять собственное развитие, реализовать собственный интерес, не боясь того, что завтра от этих структур ничего не останется. Но ведь этого опять же нет. В итоге мы приходим к тому, что отток капитала, который у нас начался, и который мощно шел очень в 90-е годы, сейчас продолжается. И все задаются вопросом, как вот остановить отток капитала? Ну а как его можно остановить, если предприниматель практически не знает, что с ним будет завтра? Сказал не то, поддержал не ту политическую силу, и все. А что такое отток капитала? Это значит, что капитал работает в другой стране. Там они получают свои прибыли, там развивается производство, а мы опять остаемся с носом. Это вот еще один момент, который нам необходимо решить. И мы говорим, что вроде бы идем, да, к новой системе управления, к новой системе общественных отношений, но фактически-то мы к ней не пришли. Я опять же говорю, не пришли. Далее. Почему-то сейчас особенно, вот любой закон, который готовится, он принимается обществом либо в штыки, либо все ждут его с содроганием. Что еще придумают? Как еще, какие еще найдет власть лазейки, чтобы еще с нас, так сказать, побольше взять денег? Так говорят многие предприниматели, это говорю не я. Это предприниматели. Но этого быть не должно. Мы должны такие создавать законы, чтобы и общество, и все его слои, от предпринимателей до простых граждан, чтобы они ждали этих законов. Ага, вот этот закон позволит нам совершенствовать вот здесь систему отношений. Вот этот закон будет направлен на то, что улучшатся какие-то социальные выплаты, социальные гарантии. Вот пока же этого тоже нет. Мы говорим о развитии социальной системы, но здесь, наверное, лучше поговорить с теми, кто специально этим вопросом занимается. И то, что я слышал от них, а мы обязательно пригласим на наши встречи специалистов в области социальной сферы, вы знаете, оно настораживает и немножко, так сказать, даже иногда шокирует. Ну и, наконец,
важнейший момент, о котором следовало бы сказать. Одно из главных направлений совершенствования нашей системы, совершенствования системы управления состоит в том, чтобы перейти от, чтобы экономика перешла у нас от нефти и газа, только от нефти и газа, за которые мы получаем деньги, да, мы перешли к серьезным инновациям. И, наконец-то, об этом заговорили. Наконец-то заговорили о том, что уничтожена система профтехучилищ была в 90-е годы, что надо, да, возродить эту систему профтехучилищ, что нельзя, чтобы вся страна занималась только, у нас были экономисты или юристы. Подавляющее большинство вузов сейчас готовят экономистов и юристов. И их уже такой переизбыток. Значит, что им делать? Уезжать на Запад? Ну, извините, там свои юристы, свои экономисты. Работать здесь? Ну, извините, их, это когда переизбыток профессий, то они просто становятся ненужны. И, кстати, падают резко их доходы. Эти доходы этой категории лиц. Значит, итак, заговорили о инновациях, заговорили, наконец-то, о создании крупных центров, научных центров, о подготовке специалистов. Хорошо, согласен, прекрасно. Но следующий момент. Нужно ведь от реальных слов, нужно ведь от слов перейти к реальным делам. А есть ли эти реальные дела? Я разговаривал с одним человеком, который курирует научно-исследовательские институты в системе Академии образования. И он мне рассказывал, сколько получает специалист. Значит, кандидат наук у них до сих пор получает, по-моему, старший научный сотрудник, порядка 15 тысяч. Ведущий научный сотрудник порядка, по-моему, 18 тысяч. Ну, и заведующий лабораторией, наверное, я думаю, 1020 получает. Но, извините, вы просто представляете, что это такое для специалиста. А специалист, который еще пришел просто без степени, только хочет получить степень, он получает 10 тысяч рублей. И я вспоминаю, как несколько лет назад, года 2-3 назад, была очень такая серьезная передача о том, что вот наши ведущие специалисты уезжают, и не только уже ведущие специалисты уезжают, а во многих крупных наших вузах работают иностранные фирмы, которые талантливых мальчиков, девочек увозят за границу, предлагают им лучшие условия работы. И вот приводили пример. Одна девочка заканчивает МГУ, она уже какие-то делает такие изобретения. Она биолог, сам занимается биологией, делает какие-то серьезные изобретения. И за нее ведут борьбу три иностранные фирмы. Причем не западные, а восточные фирмы. Японская, южнокорейская и, как ни странно, китайская. И директор одного из институтов выступал, он говорит, значит, южнокорейская фирма предлагает ей на первом этапе 7 тысяч долларов в месяц зарплату. Это только вот в самом начале. Я, говорит, смогу ей предложить 10 тысяч рублей, поскольку у нее еще нет степени. Ну, и сами, уважаемые дамы и господа, с трех раз угадайте, как она поступит, эта девочка, талантливая девочка, останется в России или уедет за рубеж. Ну, вот сейчас много говорили о Сколково, о создании научных, крупного научного центра. Ну, дай бог, чтобы там все получилось. Дай бог.
Единственная одна проблема. Поедут ли многие ученые, известные ученые, ведь нужны-то действительно ученые с именами, ученые, которые могут двигать науку вперед. Так вот, поедут ли они в Сколково? Поедут ли они к нам в Россию? Пока была другая информация. Она прозвучала с экранов наших телевизоров. Информация очень гневная и такая жестокая о том, что дорогу к Сколково, она оказалась, когда строили, она оказалась чуть ли не золотой, да еще когда ее сделали, там выяснилось, что ездить-то нельзя. Но вот если начинается с негатива, вот есть процесс, то очень трудно представить, что в реальности что-то у нас изменится. Это, конечно, серьезная проблема. То есть, что мы можем видеть сейчас, если мы подведем итоги нашей с вами сегодняшней встречи? Каковы же направления наши? Какова же система, как изменилась система управления в стране? Что нового? Ну, первое, мы сказали, что это укрепление вертикали власти, которое вроде бы, с одной стороны, сыграло свою действительно положительную роль, об этом нужно сказать, а с другой стороны, без развития, без возвращения к нормальным демократическим принципам может такое укрепление привести и к очень негативным моментам. Тем более, когда мы слышим такие разговоры о том, что вот мы сейчас повторяем застой 70-х годов, что все это, значит, консервируется где-то в самом плохом виде. Я могу сказать, что мы уже не можем вернуться к застою 70-х годов. Извините, 70-е годы – это был 20 век. Сейчас уже век 21-й. Сейчас мы должны создавать систему общественных отношений, которая помогала бы развитию производства, развитию всех сфер нашей жизни. Потому что Запад при всех его, там, при всех там негативных моментах, которые там происходят, он развивается. Да что Запад? Восток уже развивается. Ну, возьмите Японию, вообще страны Юго-Восточной Азии. Да что Япония. Япония уже давно входит в разряд передовых стран. Возьмите Южную Америку. Ведь Южная Америка сейчас – это еще один крупный экономический центр. Центр, который очень скоро вступит в серьезную конкуренцию и с Европой, и с Северной Америкой, и с Юго-Восточной Азией. То есть развиваются все. А почему развиваются? Потому что система экономических отношений, она способствует этому развитию. Политическая система также способствует этому развитию. И нам нужно помнить, что, да, вроде бы, ну, можно что-то законсервировать в негативном виде. Да, можно на каком-то этапе получить свои, ну, дивиденды. Но что в итоге-то будет? Насколько продлится долго этот застой? И вообще, к чему он приведет? Вот этот момент мы должны помнить. То есть, обратите внимание, я отнюдь не утверждаю, что у нас наступил этот застой. Я просто говорю о другом, что опасность такая есть. И наша задача заключается в том, ну, в данный момент и наша задача как членов нашей страны, как членов общества, и задача руководства сделать все, чтобы дать вот сейчас импульс для
развитие именно позитивных моментов, моментов, которые помогают нашему развитию. Второй момент, о чем мы должны говорить. То, что у нас действительно сейчас продекларированы очень важные направления в развитии. Но опять же говорю, пока мне представляется, что в основном декларированы. Да, то, что задекларировано, это уже хорошо. Это уже, значит, все равно к этому когда-нибудь придем. Но, вы знаете, я вам могу сказать, как писатель, как человек, постоянно придумывающий какие-то сцены, изучающий этот процесс. Неважно ведь, что человек говорит. Он говорит, может, все, что угодно. Важно, что он делает. Вон, возьмите, в пьесах у Чехова. Вообще, герои вроде говорят совершенно о другом, но каждый несет какую-то свою какую-то идею. Каждый проводит какую-то свою внутреннюю линию. Поэтому задача сейчас сегодняшнего руководства нашего – повернуть нашу систему к модернизации, к настоящей модернизации. А это мы не сделаем до тех пор, пока в обществе не наступит момент истинной стабильности, настоящей стабильности и момент заинтересованности талантливых людей в результатах своего труда. А что это еще предполагает, вот этот фактор? Это предполагает то, что люди, которые специалисты, они должны очень хорошо зарабатывать. Зарабатывать именно исходя из своего производственного вклада. Но у нас очень много непроизводительных расходов. Например, у нас говорили о сокращении чиновничьего аппарата, однако он увеличивается. А что такое чиновничий аппарат? Это непроизводительные расходы, причем очень часто расходы на тех людей, которые мешают развитию производства для того, чтобы сохранить свое существование. То есть они понимают, будет нормально, эффективно работать система, значит, они в этой системе просто будут не нужны. А если система вот так балансирует, ну, на грани выжить, не выжить, вроде они тут нужны, вроде они что-то определяют, вроде они как некие капитаны корабля, которые вот бороздит по морям в поисках там нужного острова, нужного земли, не знаю, чего там этот корабль ищет. Вот, потому что они, я думаю, сами не знают. Вот этот момент тоже следует сказать. Ну, дело все в том, что мы пока коснулись только части вопросов, которые затрагивают совершенствование системы управления в сегодняшний день. В следующий раз мы постараемся уже со специалистами, политологами, со специалистами в разных областях знаний попробовать конкретно затронуть разные аспекты этого процесса, этих процессов. Ну, а на сегодняшний день, уважаемые телезрители, мы попрощаемся. Всего вам хорошего, до следующих встреч. И еще, все-таки, вы знаете, хотелось бы верить, очень бы хотелось верить, что Россия выйдет из всех кризисов, что она не будет жить прошлыми какими-то моментами, вспоминать о каких-то прошлых проблемах, ругать, что в наших проблемах виноват то, другой, а что она пойдет все-таки к новому, великому будущему, которого она достойна. Всего вам доброго, до свидания.